Добрый день, уважаемые студенты. Сегодня я вам прочитаю лекцию из курса уже частной микробиологии. Она будет посвящена патогенным стафилококкам и стрептококкам. Содержание лекции обычное. Она будет включать определенные разделы для каждого из возбудителей стафилококков и стрептококков, такие как морфология, культуральные свойства, ферментативная активность, антигенные свойства, факторы патогенности, устойчивость, пути заражения человека, то есть это эпидемиологические вопросы, патогенез, клинические проявления, микробиологическая диагностика, а также специфическое лечение и профилактика. Первым вопросом в этой лекции стоит общее представление о коках и их классификации. Итак, коки – это группа микроорганизмов, у которых сходная морфология, поскольку все они имеют шарообразную форму, и одинаковая роль в патологии человека, поскольку все из них в основном вызывают гнойно-воспалительные заболевания. Классификация коков, имеющих медицинское значение, заключается в том, что есть несколько групп таких микроорганизмов. Во-первых, это группа, которая называется аэробные грамположительные. В эту группу входят два семейства. Семейство микрококцеа, которое включает роды стафилококкус, микрококкус и стоматококкус. И второе семейство – это стрептококтакция, которое включает роды стрептококус, энтерококус, аэрококус, леоконастас, педикокус и лактококус. Второй группой, имеющих медицинское значение среди коков, выделяют аэробные грамотрицательные бактерии, которые относятся к роду Нейсерия, из которых мы начнем изучение с сентября месяца частной микробиологии. Третья группа коков, имеющих медицинское значение, это анаэробные коки, к которым относятся роды пептококус и пептострептококус. Хочу обратить ваше внимание, что представители семейства микрококцеа различаются между собой
по комплексу биологических признаков, таких как наличие каталазы, наличие капсулы, рост на питательной среде с содержанием 5% хлорида натрия, способность к анаэробному росту на среде с глюкозой, к чувствительности к такому препарату, как лизостафин, и чувствительность еще к одному препарату, пакцитрацину, концентрации 0,4 единиц на миллилитр. То есть дифференциация семей осуществляется на основании биологических и, в частности, биохимических признаков. А теперь поподробнее поговорим о стафилококке, а в заключительной части лекции о стрептококках. Итак, род стафилококкус включает более 10 видов различных стафилококков, которые имеют медицинское значение. Среди них стафилококкус аурес, ауреус, еще в переводе обозначает золотистый стафилококк, стафилококкус эпидермитис, эпидермальный еще называется стафилококк, стафилококкус сапрофитикус. Это сапрофит, который наиболее часто находится на кожных поверхностях человека. Вот эти три первых вида рода стафилококкус являются основными среди тех, которые имеют медицинское значение. Но кроме этих трех видов, есть и другие виды стафилококкус. Такой вид, как стафилококкус гоминис, стафилококкус гемолитикус, стафилококкус варнери, стафилококкус капитис, стафилококкус сахаролитикус, стафилококкус, названный в честь Пастера, пастери, стафилококкус лигдуненсис, стафилококкус симованс, стафилококкус ксерозис и, наконец, стафилококкус ареокулярис. Надо сказать, точно так же, как и в семействе, эти виды стафилококкус, уже в роду стафилококкус, различаются между собой также по биологическим признакам, но другим отличаются друг от друга. Но другие это признаки, чем те признаки биологические, которые позволяют нам различить различные роды семейства стафилококцея. К признакам, дифференциальным признакам стафилококков, вот основных трех видов, относится наличие каротиноидного пигмента, рост при 15-45 градусах Цельсия, образование кислорода при ферментации углевода в аэробных условиях, хуманита, манозы, триголоза, галактоза и ксилита, возможность восстановления нитритов, щелочная фосфатаза, наличие гиалуронидазы, коагулазы и геморитической активности, ДНКазы и также чувствительность к антибиотику новоавиацин в концентрации не менее 1,6 микролитров на 1 миллилитр. По морфологии вы хорошо знаете, что это грамположительные коки, это правильные шаровидные формы, коки диаметром от 1,5 до 1,5 микрометров. Деление их происходит в нескольких плоскостях, поэтому образуются скопления, которые мы называем как напоминающие грозди винограда. Что касается строения клеточной стенки, то вы тоже хорошо знаете, и мы это учили в общей микробиологии, что основным компонентом клеточной клетки грамположительных коков и стафилококков, в частности, является пептидогликан и трихлоевые кислоты, которые отсутствуют у других
микробов, в частности, грамотрицательные. Они, стафилококки, я имею в виду, тут хорошо видно, они способны образовывать капсулу. И мы видим, что это электронная микроскопия, что мы имеем поверх клеточной стенки микрокапсулу. Надо сказать, что в состав Staphylococcus aureus входит белок А, который имеет способность реагировать ФЦ-фрагментом иммуноглобулина G. Ну, из школьной программы вы знаете общее строение иммуноглобулина. И вот как раз вот этот ФЦ-фрагмент дает возможность осуществить реакцию агглютинации. И поэтому очень часто вирус гриппа агглютинирует со стафилококками. И это представляет определенную угрозу для детей малого возраста, поскольку очень часто заражение вирусом гриппом и возникновение пневмонии происходит путем ассоциации со стафилококком ауреус, который вызывает стафилококковые буллюзные пневмонии, очень тяжелое заболевание, которое часто приводит к смертельному исходу маленьких детей. Культуральные свойства, они заключаются в том, что стафилококки – это факультативные анаэробы, но, надо сказать, все-таки они дают преимущество своего роста наблюдается в кислородной среде. И при наличии кислорода, то есть в поверхностных слоях, где питательная среда соприкасается с воздухом, с кислородом, они растут значительно лучше. По типу питания они относятся к хемоорганотрофам с окислительным и ферментативным метаболизмом. Они каталазоположительные и оксидазоотрицательные. И температуры оптимум роста стафилококков – это 35-40 градусов по Цельсию. Но они относятся к группе мезофилов, то есть растут при температуре от 6 до 46 градусов. Оптимум pH слабощелочной. От 7 до 7,5. Но способность их роста в пределах pH довольно большая. От 4 с небольшим до более чем 9. Что касается роста на различных питательных средах, то стафилококки хорошо растут на простых питательных средах. Но все-таки для них характерным является рост на каких-то специальных средах. Так вот, стафилококки хорошо выдерживают повышенное осмотическое давление, поэтому элективные среды, как правило, содержат высокую концентрацию хлорида натрия, и поэтому свойства они являются галофилами. Надо сказать, что при выращивании в аэробных условиях они нуждаются в аминокислотах и витаминах. А вот в анаэробных условиях они тоже растут. Мы говорили, что это факультативные анаэробы. Им требуются дополнительно такие вещества, как урацил и ферментирующие источники углерода. Ферментативная активность довольно хорошая. Мы с вами говорили, что они продуцируют каталазу, они обладают положительной реакцией Фугас-Проскаура, активно гидролизуют белки, жиры и твины, они расщепляют углеводы в аэробных условиях до уксусной кислоты и углекислого газа. Они обладают эскулином и крахмалом, которые не гидролизуют, индол не образуют. По родовым признакам является у них ферментация глюкозы в анаэробных условиях с образованием молочной кислоты,
что отличает стафилококки от микрококков. По антигенной структуре они тоже ведут себя достаточно по-разному. Ну, во-первых, с такими антигенными свойствами из структурных элементов бактериальной клетки обладает пептидогликан, это липоидные кислоты клеточной стенки, которые являются типа специфическими антигенами и образуют хлопообразующий фактор и капсулу. У них, у стафилококков, есть видоспецифический фактор, к ним относятся трихлоровые кислоты, и для Staphylococcus aureus это рибитрихлоровая кислота, для Staphylococcus epidermidis это глицерин, трихлоровая кислота, а у Staphylococcus aprophyticus выделяются оба типа трихлоровых кислот, и рибит трихлоровая, и глицерин трихлоровые кислоты. Очень много и очень разнообразные факторы патогенности у стафилококков. Ну вот начнем давайте с той структуры, о которой мы уже говорили. Это микрокапсула, которая защищает бактерии от фагоцитоза полиморфоядерными фагоцитами и способствует адгезии микробов и их распространению по ткани. Вот здесь на слайде показан незавершенный фагоцитоз у стафилококка, когда фагоциты поглощают возбудители стафилококков, вот эти микробные клетки, но переварить их не могут и деструктировать тоже. Вот это характеризует незавершенный фагоцитоз. Факторами патогенности являются различные компоненты клеточной стенки, которые стимулируют развитие воспалительных реакций. Они усиливают синтез ирлинкина макрофагами, активируют систему комплимента. Трихлоровые кислоты запускают каскад комплимента по альтернативному пути, активируют свертывающую и клин-кининовую систему и облегчают адгезию к эпителиальным поверхностям. И здесь хочу обратить ваше внимание, что, по сути дела, адгезия может обеспечиваться не только каким-то одним свойством бактериальной клетки. А вот на примере уже стафилококков мы видим, что и трихлоровые кислоты принимают участие в адгезии, и микрокапсулы, которые обладают подавляющее большинство клеток возбудителя стафилококковых инфекции, возбудителей стафилококков инфекции, тоже играют роль в адгезии. Среди компонентов клеточной стенки, я уже говорил вам об этом, большую роль играет как фактор патогенности белок А, который еще имеет синоним в своем названии, как агглютиногена, который неспецифически связывает ФЦ-фрагменты молекулы моноглобулина G, что активирует компоненты комплемента по классическому и альтернативному пути и усиливает активность естественных киллеров. Среди факторов патогенности ведущую роль у стафилококков играют ферменты агрессии или ферменты патогенности, которые проявляют разнообразное действие. Так, каталаз защищает бактерии от действия кислород-зависимых микробоцитных механизмов фагоцитоза. А бета-лактамаза разрушает молекулы бета-лактамных препаратов, антибиотиков, которые мы с вами учили недавно. Есть и другие ферменты, такие как липаза, которая облегчает адгезию и проникновение в ткани, коагулаза, которые вызывают свертывание сыворотки, гемолизины, которые способны вызывать полный гемолиз кровяных сред и различают обычно 4 формы гемолизина. Это альфа-гемолизин,
который является, по сути дела, экзотоксином, и он активен в отношении эритроцитов барана. Это бета-гемолизин, который является ферментом, который мы называем сфингамиелиназа, который указывает достаточно умеренное действие на эритроциты человека. Есть гамма-гемолизины, это двухкомпонентный субстрат с умеренной активностью в отношении эритроцитов человека. И есть еще четвертая форма гемолизина, это дельта-гемолизин, который является агрегатом низкомолекулярных соединений. Есть и другие ферменты патогенности, о которых мы тоже еще можем будем говорить, и они изложены в соответствующих учебных пособиях. Хочу обратить ваше внимание, что стафилококки, особенно Staphylococcus aureus, способен выделять большое количество токсинов. Среди них различают экзофолианты А и Б, которые обуславливают синдром ошпаренной кожи. Это клиническое, одно из клинических проявлений Staphylococcus aureus. Это токсин синдрома токсического шока, который называется ТС-СТ1, ответственный за развитие специфического симптома комплекса, и мы о нем сегодня еще будем говорить. Это дельта-токсин лейкоцидин, который ингибирует всасывание воды и активирует образование циклического аденозин-монофосфата. Это энтеротоксины от группы А до группы F, которые ответственны за развитие пищевых интоксикаций. Хочу обратить ваше внимание, что стафилококки достаточно устойчивы в окружающей среде. Они хорошо переносят высушивание и при этом сохраняют вирулентность. Под действием прямого солнечного света они погибают через 10-12 часов, то есть через достаточно продолжительное время по сравнению с другими вегетативными формами других микроорганизмов. К нагреванию они устойчивы, и при температуре 70-80 градусов по Цельсию погибают через полчаса, а при температуре 150 градусов Цельсия в течение 10 минут. Сухой жар, который мы используем для стерилизации, в том числе и медицинских инструментов, убивает стафилококки в течение 2 часов. Они чувствительны к антисептикам и дезинфектантам, но достаточно устойчивы к этанолу, то есть к спирту. И хочу обратить ваше внимание, что стафилококки обладают множественной лекарственной устойчивостью к бета-лактамным препаратам. Несколько слов по эпидемиологии. Я хочу обратить ваше внимание о том, что стафилококки являются нормальными представителями микрофлоры человека и животных. Они находятся на коже, на слизистой оболочке носа, дева, ротовой полости и так далее. Они являются источниками инфекции для больных со стертыми формами или носителей. И реже источником инфекции являются больные маститом коровы. К группе риска относится персонал лечебно-профилактических учреждений. Это тот персонал, который является носителем госпитальных штаммов и в соответствии с международной классификацией различают среди них постоянных носителей, то есть это люди, которые постоянно выделяют микробы, и перемежающие носители, когда люди, в том числе работающие в лечебно-профилактических учреждениях,
выделяют стафилококки время от времени. То есть то выделяют, то не выделяют. Такое перемежающееся выделение. Есть особенности у стафилококков, касающихся возможности развития патологических процессов у людей, поскольку у них отсутствует тропизм. Поэтому для стафилококковой инфекции характерно множество путей и факторов передачи. А возможность передачи может осуществляться контактно через нестерильные инструментарии, через руки медицинского персонала, может происходить элементарно с молочными продуктами, кондитерскими изделиями, аэрогенно, то есть воздушно-капельным путем, парентерально при инъекции. То есть различные пути возможного проникновения стафилококка в организм человека. Что же касается восприимчивости, то у человека восприимчивость низкая. Но это касается только той группы людей, которые имеют нормальный иммунный статус. Я говорю о естественной резистентности организма человека. И эта восприимчивость повышается у иммунокомпромиссных хозяев, у которых естественная резистентность в силу каких-то причин снизилась. Патогенез. При патологических состояниях стафилококки способны покидать нормальные биотопы на коже и слизистых оболочках, о которых мы говорили, преодолевать тканевые барьеры, заселять стерильные биотопы и незаселенные экологические ниши и вызывать типовую патологическую реакцию, которая называется воспаление. Клинически это проявляется чаще всего в виде гнойно-воспалительных процессов различной локализации и различной тяжести. От местных локальных до тяжелых генерализованных. В большинстве случаев развивается у иммунокомпромиссных хозяев как эндогенная оппортунистическая инфекция. Здесь опять же показано взаимодействие стафилококка с вирусом гриппа слизистой оболочки. Я вам об этом явлении уже рассказывал чуть ранее. Надо сказать, что в последние годы, это приблизительно 5-7 лет назад, у стафилококка эпидермидис был выделен полиглютаминовая кислота. И вот она показана на рисуночках, вот, Staphylococcus epidermidis, а вот наличие полиглютаминовой кислоты на поверхности этого вида стафилококка. Это позволяет стафилококк, который содержит полиглютаминовую кислоту, у него закрывается часть поверхности, против которых иммунокомпетентные клетки человека способны образовывать противомикробные антитела. Это первое. Второе – это резко тормозится способность иммунных клеток крови, в частности, нейтрофильных фагоцитов, поглощать микробы. Поэтому воспалительные процессы, характеризующиеся склонностью к систематическим обострениям на фоне активно проводимого лечения, это частое явление у Staphylococcus epidermidis. И третье, то, что образуется этим видом микробов в небольшом количестве, но очень эффективно защищает микроб от внешних воздействий, в том числе и включая различные антибиотические препараты, антимикробные препараты широкого действия и растворы концентрированных солей. То есть устойчивость Staphylococcus epidermidis при появлении полиглютаминовой кислоты на их поверхности, они становятся более устойчивыми. И, безусловно, они создают более лучшие условия для поддержания патологического процесса,
и, во-вторых, для его развития. Что касается клинических проявлений, то здесь я должен повторить уже сказанный тезис о том, что отсутствует органный тропизм, который приводит к поражению различных органов и тканей. Поэтому клинические проявления очень разнообразны. И они обусловлены не столько видом микробы, что это микроразит, тот или иной представитель рода, стафилококкус, сколько той характеристики пораженного органа, который эти стафилококки поражают. Следующая особенность клинического проявления – это то, что гнойно-септические образования, а они наиболее часто и причиной являются этих процессов стафилококки, ну и стрептококковая инфекция, они образуют воспалительные очаги в различных органах и тканях, и, как правило, эти процессы сопровождаются температурой, интоксикацией и нарушением самочувствия. Что касается непосредственно нозологических форм, которые вызывают стафилококковые инфекции, то это болезни кожи и подкожной клетчатки, это среди патологических процессов атопия, дермия, визикулопустулез, экзофолиантный дерматит, абсцессы, фурункулы, панорицы. Среди болезней органов дыхания это ангины, плевриты и пневмонии. Среди болезней нервной системы и органов чувств это менингиты, отиты, конъюнктивиты. Среди болезней органов пищеварения это стоматиты, энтероколиты и пищевая интоксикация. Среди болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани это артрит, остеомиелит и периостит. Среди болезней системы кровообращения это эндокардит, перикардит и флебит. Среди болезней мочеполовых органов – отопиелит, цистит, уретрит, мастит, эндометрит и эрхит. И, наконец, это стафилококковый сепсис. То есть, по сути, все органы и системы поражаются стафилококковой инфекцией, и спектр патологических процессов в них достаточно широкий. Я вам о некоторых из них продемонстрирую и наиболее важных вам небольшую характеристику. Это импетиго, довольно широко и часто бывающийся патологический процесс, связанный с пустулезными высыпаниями. У пожилых людей он проявляется сыпью, иногда диссеминированной сыпью по всему телу. Обычно стафилококки фага типа 2 устойчивы к бензилпенициллину, и в течение нескольких часов, там инкубационный период и развитие процесса протекает всего лишь несколько дней, пузырьки подсыхают и образуются корочки. Надо сказать, что стафилококковый импетиго отличается от стрептококкового, поскольку они не имеют золотистого цвета. Еще часто встречающийся патологический процесс ячмень – это поражение сальной железы, волосяного фолликула ресницы. Фурункулы тоже довольно часто патологический процесс, связан с внедрением стафилококков в волосяной фолликул. Это множественные рецидивирующие фурункулы, они называются фурункулезом, и которые довольно часто встречаются у больных с сахарным диабетом, поскольку они являются иммунокомпромиссными хозяевами. А вот здесь на слайде представлены поражения офтальмологического характера. На верхней части слайда это острый бактериальный конъюнктивит, стафилококковая этиология, а внизу сухой кератоконъюнктивит.
где развилась стафилококковая язва роговицы. Мы говорили о том, что есть поражение легких и развитие пневмонии. Я вам говорил о том, что возможно у детей образование болезной пневмонии. Вот здесь я как раз хочу вам показать рентгенограмму, где зарегистрированы образование бул, дырки. Булы – это дырки. Здесь на фоне массового затемнения в области верхней доли левого легкого видны множественные просветления. Это полости или булезные булы, которые характеризуют булезную пневмонию. Среди нетипичных заболеваний, которые вызывают стафилококки, я бы назвал несколько из них, и в первую очередь синдром ошпаренной младенцев, который это патологический процесс, возникает у новорожденных. А вот у детей более старшего возраста возникает синдром ошпаренной кожи. Есть еще среди нетипичных проявлений и пищевые отравления, связанные с использованием продуктов питания. Я уже упоминал о кондитерских изделиях. Это когда в летний период времени человек, имеющий поражение в первую очередь рук, связанных с наличием на них стафилококков, патогенных стафилококков, выделяющих токсины от А до F, как я говорил, и во время приготовления кондитерских изделий, особенно кремов, этот стафилококк попадает в этот крем, и он образует в этом креме токсин. И особенно в летний период времени, когда происходит интенсивное размножение стафилококков, в этом креме образуется большое количество токсина, и употребление его для человека опасно, поскольку происходит заражение и вызываются очень тяжелые пищевые токсикоинфекции. Именно поэтому в летний период времени санитарная служба не рекомендует использовать кремовые изделия и запрещает их использование на территории пляжа. Но, к сожалению, мы так воспитаны, что это индустрия торговли на пляже, в том числе на жаре, где иногда на солнце она превышает 40 градусов, продают различные продукты некачественного изготовления, непроверенные, прошедшие контроль и зачастую приготовленные в домашних условиях. И если еще такие люди являются носителями стафилококковой инфекции, то при приготовлении такой пищи, в том числе в первую очередь кремовых изделий, возможно попадание, и такие люди заражаются. Это очень характерно для Крыма, для летнего периода времени. Вот такого рода заражения и проявления пищевых отравлений стафилококковой этиологии. Довольно часто встречается синдром токсического шока. Особенно в последние годы, которые возникают у женщин, пользующихся влагалищными тампонами. При этом я хочу обратить ваше внимание на то, что Staphylococcus aureus, который выделяет соответствующий токсин, вызывающий синдром токсического шока, это он размножается во влагалище. Этот стафилококк вырабатывает энтеротоксин, и при всасывании его в ткани возникают обширные повреждения. Сыпь не имеет характерных особенностей, протекает очень тяжело и может привести к смерти. Я хочу обратить это внимание, потому что соблюдение гигиенических навыков
в период менструального цикла женщин обязательно. И, конечно, в период менструации женщины должны своевременно менять такие тампоны, независимо от того, они находятся в тепличных, таких домашних условиях, где сделать это просто, или находятся в движении, там, в перелетах, в переездах, где сделать это, конечно, значительно сложнее, но делать это необходимо, потому что длительное накопление менструальной крови в тампоне, оно создает великолепные условия, при которых стафилококки размножаются, потому что там хорошая питательная среда и довольно большая поверхность ткани, которая позволяет всасыванию образующегося вот этого энтеротоксина F, который приводит к такой патологии, опасной патологии, которая достаточно в большом проценте, в 10% случаев кончается смертельным исходом. Но симптом белого дермографизма, как его еще называют, встречается при других инфекциях, в частности, у детей при скарлатине. Иммунитет для стафилококковой инфекции характерен, послеинфекционный иммунитет. Это клеточно-гуморальный иммунитет, но он нестойкий, он не напряженный, как при всех оппортунистических инфекциях. Что касается микробиологической диагностики, то здесь используется ряд методов, которые мы с вами изучали уже в общей микробиологии. Первый из них – это, конечно, бактериоскопический метод. Вы этим методом пользовались, и вы уже хорошо помните эти грозди винограда в препаратах из стафилококка. Используется серологический метод, то есть исследуются сыворотки крови. Особенно при хронических заболеваниях, вызванных стафилококковой инфекцией, когда определяется титр антиальфа-токсина в сыворотках крови больных с помощью реакции торможения по выводчикову, это реакция агглютинации с аутоштаммами, где выявляются антитела к риботихоевой кислоте. Но, безусловно, широко используется и бактериологический метод, где материалом для исследования является, ну, любой, по сути дела, материал. Это может быть и гной, и кровь, и моча, и рвотные массы, и испражнения. Вот здесь представлена схема бактериологического метода диагностики стафилококковой инфекции. Но я бы хотел об этом сказать несколько поподробнее. И сказать о том, что в первый день происходит посевы. Сейчас я постараюсь вернуть слайд. Вряд ли мне это удастся. В первый день происходит посев на кровяной агар и желточно-солевой агар, который по автору называется агаром Чистовича. Кстати сказать, Чистович был учеником Мечникова. Вот на этом агаре мы можем по наличию такого фактора патогенности обнаружить выделяющийся микробом лецитин, поскольку среда содержит белок яичный. И второе свойство важное на желточно-солевом среде, что там содержится от 10 до 12% хлорида натрия, то есть там выделяются не только галофильные вибрионы, а свойства галофилии, как я уже говорил, характерно для стафилококков. Это считается элективная среда. Кроме того, иногда используется и кровяной агар. Во второй день происходит изучение
чистоты выделенной культуры, отбираются соответствующие колонии, которые, безусловно, или обладают гемолизом, или обладают лицетиназной активностью и способностью роста на среде ЖСА. И происходит изучение биологических различных признаков, которые дают возможность нам осуществить процесс идентификации. Поэтому такую колонию отсекают, отсевают на косяк щелочного питательной среды или слабощелочного агара чаще всего. Еще раз потом микроскопируют, окрашивают по грамму, осуществляют постановку каталазно-коагулазной пробы, осуществляют посев на среду с манитом для проверки анаэробной ферментации. В этот же день осуществляют определение очень важного признака ДНКсной активности, определяют чувствительность фагам и изучают чувствительность к различным антибиотикам, то есть определяют антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность для того, чтобы определить, какой антибиотик может быть использован для терапии этого патологического процесса. И на четвертый день производят учет результатов. Что касается лечения, специфическое лечение, этиотропное лечение есть, это антибиотики, а вот специфическим лечением может быть использован только стафилококковый иммуноглобулин. Что касается профилактики, то, несмотря на то, что широкая профилактика против стафилококковой инфекции не проводится, но в ряде случаев, особенно у людей, которые склонны к постоянному носительству, используют активную профилактику стафилококковым монотоксином, это ослаблены при температуре, я вам напомню, 37 градусов в течение 40 градусов в течение 3-4 недель под действием 0,3-0,4% формалина. Это будет активное, но используют и пассивную профилактику. И в этом случае используют противостафилококковый, донорский или гипериммунную плазму или стафилококковый иммуноглобулин, то есть то же, что используют для тот же препарат, то, что используют для лечения. И теперь бы я хотел перейти еще к одному возбудителю, наиболее важным, одному из наиболее важных, таком на уровне стафилококкового группы возбудителей, это к стрептококкам. Итак, род стрептококус это тоже имеет огромное количество микроорганизмов, их около 10, которые имеют медицинское значение. Среди них наиболее важные и опасные для людей это стрептококус пиогенос и стрептококус пневмония. А среди других микробов, которые имеют медицинское значение, это стрептококус сангвиус, стрептококус соливарус, стрептококус митис, стрептококус мутанс, стрептококус агалактия и стрептококус ангинозус. Вот я сейчас назвал 6 видов стрептококков, которые являются нормальными обитателями полости рта и которые играют роль в развитии патологии в полости рта. То есть те заболевания зубов, которых мы очень не любим, которые вызывают очень неприятные ощущения у большинства людей, живущих на этой земле. Но вот эта роль, в том числе развитие всех патологических процессов
но в том числе и развитие самого сложного, тяжелого патологического процесса в полости рта, как среди у зубов это кариес, она принадлежит, в основном считается, стрептококус муталсу. Но кроме этого есть еще несколько стрептококков, которые тоже принимают участие в развитии патологии. Это довольно редко встречающиеся стрептококки. Это стрептококки бовис и стрептококус миллери. Морфологически вы хорошо знаете, что это тоже сферические, но иногда, правда, овоидные клетки размером от 0,5 до 2 микрометров. В мозгах они чаще всего располагаются парами или короткими цепочками. Под различным воздействием различных факторов могут приобретать такую вытянутую, иногда ланцетовидную форму, напоминающую кокобациллы. Ну вот такой слайд, который я представил, он вам знаком по микроскопии препарата стрептококка на занятиях. И здесь стрелочками как раз указана типичная форма проявления стрептококков в препаратах. Вот еще стрептококки. Ну, вы знаете, что они грамположительные, что они неподвижные и не образуют спор. Что стрептококки не случайно. Их типичной формой проявления является цепочка. Дело в том, что они делятся последовательно, и поэтому при таком последовательном постепенном делении в одной плоскости происходит образование таких цепочек. Некоторые из стафилококков имеют капсулу, но речь идет о микрокапсуле, и стрептококки очень легко образуют L-форму, поэтому очень часто встречаются L-формы стрептококковой инфекции. Они образуются и у стафилококков тоже. Но все-таки частота встречаемости L-форм у стрептококков значительно выше. Что касается ультраструктуры строения, то здесь клеточная стенка у стрептококков состоит из трех слоев. Наружный слой содержит типоспецифические белковые ТМ антигены, а также ряд неспецифических белковых антигенов. Средний же слой состоит из группового полисахарида, построенного из бета-N-ацетилглюкозамина и рамнозы. А внутренний слой содержит пепсидогликан. То есть по строению грамположительные, они похожи друг на друга. Но у стрептококка есть определенное отличие от строения других грамположительных бактерий. И это выявить можно только с помощью ультраструктурного изучения, то есть изучения в электронной микроскопии. Хочу обратить ваше внимание, что из клеточной стенки через капсулу проходят фимбрии, которые содержат М-антиген и липотейховую кислоту. Это тоже касается ультраструктуры стрептококков, которые, вы видите, имеют некоторые отличия. Что касается культуральных свойств, то я не сказал, что здесь есть какие-то серьезные отличия от культуральных свойств стафилококков, поскольку они тоже факультативные анаэробы, поскольку они тоже растут в интервале 25-45 градусов при оптимуме 37. Но питательные потребности у них больше, чем у стафилококков. Они растут только на сложных средах, только на средах с добавлением крови, сыворотки, астетической жидкости, углеводов. То есть им в субстрате питательном нужны обязательно дополнительные белковые вещества. Ну, на этих питательных средах хорошо растут и стафилококки, но стафилококкам это не требуется. Я вспоминал желточно-солевой агар, который используется в лабораторной диагностике стафилококковой инфекции, который не содержит белковых
субстратов, то есть там крови, сыворотки, астетической жидкости. При росте на ангаре с кровью барана образуются колонии с зоной гемолиза. Альфа – это частичный гемолиз, и он вызывает позеленение среды. Бета – это полный гемолиз, который визуально мы никак не определим. Основными возбудителями являются бета-гемолитические виды, которые относятся к серогруппе А. Как стафилококки, они же стрептококки и хемоорганотрофы, у них метаболизм в большей степени бродильный, чем окислительный. Они клинически имеют значимые виды, среди которых доминируют те, которые ферментируют глюкозу с образованием молочной кислоты. Они каталазы отрицательные. А вот антигенная структура у стрептококков довольно сложная, в отличие от стафилококков. Еще Лэнси в 1933 году классифицировал стрептококки по наличию специфических полисахаридов клеточной стенки и выделил 20 серогрупп, которые обозначил заглавными буквами латинского алфавита от группы А до группы В. В патологии человека основная роль, как установлена многими исследованиями, начиная с Лессинга, она принадлежит группе А. Но по специфически белковых антигенов они делятся. То есть это полисахаридные антигены. А мы говорим сейчас о другой группе антигенов, которые имеют белковую структуру. Так вот, стрептококки делятся на М, П и Т, а внутри еще каждой группы подразделяется на серовары. Вот так белок М стрептококков является типоспецифическим антигеном, и он включает в себя более 80 серогрупп. И образующиеся тела каждому конкретному типоспецифическому антигену обеспечивают длительную невосприимчивость к повторному заражению той же серой группы. Но увидите, что число серых групп большое, и поэтому серые группы могут быть разные. Поэтому и антитела-то вырабатываются к конкретному типу, конкретной серогруппе, другими словами, не перекрывают образующиеся антитела, образующийся антиген, который вызывает тот или иной патологический процесс. Поэтому болеть стрептококковой инфекцией можно довольно часто. И, несмотря на то, что антитела вырабатываются, они, в принципе, эффективны, но они большого должны быть наборы в организме человека, а для этого человек должен заразиться. Среди факторов патогенности, ну, так же, как и у стафилококков, там есть микрокапсула, которая защищает микроб от фагоцитоза и облегчает адгезию. А вот новые факторы патогенности, которые отсутствуют у стафилококковой инфекции, но она есть у стрептококков. Это С5А пепсидаза, фермент, который расщепляет и инактивирует С5А компонент комплемента, не фактор естественной резистентности человека, который принимает участие в ней, но и который принимает участие и в том числе вот этот компонент комплемента 5А в развитии специфического иммунного ответа. Среди факторов патогенности значительная роль у стрептококков принадлежит белку Э, который обладает антифагоцитарным действием, который связывает фибриноген, фибрин, продукты деградации вирулентные, свежевыделенные от больных штаммов, содержащие М-антиген, способные расти и размножаться в крови человека. А культуры, лишенные М, антиген, а вирулентный, и фагоцитируется в крови человека без добавления антител гомологичного типа. То есть сама
сама кровь инактивирует, они не вирулентны. А вот опасность оставляет как раз те, которые выделяют белок, потому что они предполагают, потому что легко проходят антифагоцитарный барьер, легко проводят различные естественные гуморальные факторы защиты, и они способны диссеминироваться в организме, в крови в частности, то есть вызывать стрептококковый сепсис. Среди ферментов агрессии, то тут я бы хотел назвать, конечно, уникальные ферменты, которых нет у других микроорганизмов, это стрептолизино, которое проявляет иммуногенные свойства и вызывает гемолиз эритроцитов. Это стрептолизин С, который не обладает антигенными свойствами и вызывает поверхностный гемолиз на кровяных средах. Это ДНК до 4 типов, при заболевании которых выявляется очень высокий титр антител против особенно ДНК ЗБ. Это гиалуронидаза 1 и 2 типов. При заболеваниях стрептококковой инфекции выделяются антитела к 1 типу, которые облегчают распространение стрептококков по соединительной ткани. Ну, в этом заключается функция фермента гиалуронидазы. Это очень сложный препарат, который очень трудно прочитать. Никотинамида, аденин, динуклеотидаза, которая обладает кардиостатическим и лейкостатическим действием. Сюда же относятся и кроме ферментов патогенности, к ферментам агрессии относятся и экситоксины, в частности, эритрогенные или пирогенные. Это те подобные токсинам, стафилококкам, которые разделяются на 3 типа А, Б, С, которые являются выявляют пирогенную активность за счет действия на гипоталямус и ведут к появлению высыпания на коже, обусловленные различными иммунными механизмами, обладают свойством суперантигенными свойствами, то есть довольно серьезные возникают поражения у людей, оказывают метагенный эффект на Т-клетки, стимулируют секрецию макрофагами интерлейкина 1 типа и фактор некротической опухоли, и, то есть являются медиаторами септического шока. Но об этом я вам говорил, что есть приспособление у стрептококка, вот в частности белок М, который способен размножаться в крови у человека и выделяя большое количество ферментов и, в частности, экзотоксинов, он создает, утяжеляет состояние пациента, вызывая септический шок, который лечить практически невозможно. Кроме этого токсина выделяется еще кардиогепатический токсин, который вызывает поражение миокарда и диафрагмы, образование гранулем в печени. Что касается устойчивости в окружающей среде, то она несколько ниже, чем у стафилококков, поскольку они погибают при нагревании 56 градусов Цельсия, то есть ведут себя как обычные вегетативные бактерии в течение 30 минут. При кипячении моментально погибают, но выдерживают высушивание, особенно если микроб находится в белковой среде, то есть в крови, и сохраняет при этом жизнеспособность, и, но при этом все-таки вирулентность быстро теряется. Чувствительным действием различных антисептиков и дезинфектантов. Что касается эпидемиологической характеристики, то я хотел бы вам сказать о том, что они являются так же, как и стафилококки, представителями нормальной микрофлоры организма человека и животных. Я уже говорил вам о 6 видах стафилококков, которые являются естественными обитателями полости рта, ну и остальные стрептококки являются обитателями слизистых и
кожного покрова человека. Вот обычно происходит их колонизация, как я уже сказал, на кожных покровах и слизистых оболочек, особенно это стафилококки антигенной группы А, они могут колонизировать носоглотку, желудочно-кишечный тракт и влагалище. Это прерогатива или чаще всего осуществляет стрептококки серологической группы Б. Но в основном источниками являются больные люди или носители, и редко больные животные. У них отсутствует органный тропизм, как и у стафилококков, и поэтому характерна множественность механизмов, путей и факторов передачи инфекции, хотя среди всех стрептококков следует сказать, что доминирует все-таки аэрогенная передача воздушно-капельным путем. Восприимчивость, как правило, к стрептококковой инфекции у лиц с нормальным иммунным статусом, естественной резистентностью, довольно низкая, но она бывает повышенная у иммунокомпромиссных хозяев, когда нарушается естественная резистентность в силу различных причин. Что касается патогенеза, то они точно так же, как стафилококковая инфекция, вызывает оппортунистические инфекции. Их патогенез очень аналогичен патогенезу стафилококковой инфекции, и он обусловлен факторами патогенности микроба. Клинические проявления, они связаны с тем, что поражаются различные органы и ткани организма человека, и поэтому они разнообразны. И он точно так же, как при стафилококков, определяется не видом микроба, а характером пораженного органа. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в отличие от стафилококковой инфекции, все-таки стрептококковая инфекция – это больше и более разнородная группа острых и хронических, как специфических, так и неспецифических заболеваний человека, который вызывается стрептококком. Итак, какая может быть стрептококковая инфекция? Это могут быть острые стрептококковые заболевания, при которых стрептококк – главный или единственный возбудитель. Это скарлатина, это рожа, это ангина, импетиго, острый гломерулонефрит, острый или подострый эндокардит, послеродовый сепсис. Стрептококковые инфекции могут, кроме острых заболеваний, вызывать хронические стрептококковые инфекции, при которых стрептококк является главным или единственным возбудителем. Таким относится ревматизм, хронический тонзиллит. Но может быть это и острые, и хронические заболевания, при которых стрептококк один из множества возбудителей. Это разнообразные гнойно-воспалительные заболевания. Вот вам несколько примеров на слайдах. Это фолликулярная с левой стороны и катаральная ангина. Это импетиго. Мы уже показывал я вам импетигу, вызванную стафилококковой инфекцией. Здесь она на носу, на щеках, вы видите, на губах, подбородке. Здесь образуются золотисто-желтые корочки эрозии, которые сливаются между собой. Ну вот, щеки, вы видите, поражены. Но не только на лице возникают эти поражения. Они могут уже в виде рожестого воспаления возникать на конечности. Скарлатина. Стрептококковые диалоги. Узловатая эритема. Узловатая эритема представляет из себя клинический сыпь, состоящий из болезненных узелков диаметром от 1 до 5 сантиметров, которая локализуется на голенях и может быть поражены и руки, и даже лицо. Чаще встречается у молодых людей
И она вызвана сенсибилизацией, то есть высокой чувствительностью, в том числе к бета-гемолитическим стрептококкам. Обычно при таком патологическом процессе нарушается состояние в разной степени, которое иногда сопровождается лихорадкой. А этот слайд вам показывает полость рта, где показан ряд микробов в организме человека. Вот стрептококки, в частности стрептококкус мутус, он показан зеленым цветом. То есть вы видите, что тут вообще-то разнообразная микрофлора на самом деле. Но подавляющее большинство этой микрофлоры составляет стрептококки. Но здесь доминирует стрептококкус мутус, как я подозреваю, пациенту, у которого сделан этот препарат, он страдает ярко выраженным кариесом зубов. Не одного зуба, а, наверное, нескольких зубов, потому что уже очень много представителей рода стрептококкус, в частности, стрептококкус мутанс, а такое большое количество, естественно, поражение в полости рта носит не локальный характер. Нет, они локальны по месту расположения, но множественны по своему характеру. Вот сиреневым цветом обозначены бактероиды, гингивалис, которые могут вызывать воспалительный процесс, дендевит, периодонтит, который часто встречается у здоровых людей, ну, воспаление десен, который является предтечей развития других патологических процессов, и в частности кариеса. А вот крупными обозначены две клетки, это эукариотические клетки, это дрожжевая стадия развития кандида альбиканс, которая является тоже естественными обитателями полости рта. Это очень полезный слайд, который показывает различные микроорганизмы, о которых мы с вами некоторых говорили, о некоторых будем говорить еще и позднее. И мы обычно немножко расскажем, или вы будете делать рефераты на занятиях по поводу бактероидов. И это очень важно для понимания вообще роли микробов в различных патологиях. И в поддержании, в том числе, и жизнедеятельности человека. А что касается иммунитета, то иммунитет тоже постинфекционный, он не стойкий, не напряженный, как и при всех оппортунистических инфекциях. Что касается микробиологической диагностики, то здесь достойное место имеет бактериоскопический метод, потому что морфология микробов очень типична. И здесь показано несколько слайдов вам. Вот в этом слайде показано наличие стрептококка по влагалищном секрете. А справа показано содержание наличия стрептококков в гное. Используется также серологический метод, особенно при хронических заболеваниях, где определяют наличие стрептококкового антигена в крови в реакции связывания комплимента и стрептококковых антител токсинов, в частности, к стрептолизину и стрептодорназе. Антистрептолизину О, и это определяет в такой реакции, как реакция нейтрализации. Безусловно, важное значение, самое важное значение диагностики имеет бактериологический метод, когда тоже исследуют гной, кровь, мочу, мокроту, мазки со слизистой носа и зева, ликва, ну и другие выделения, которые возникают при клиническом течении. Как и при стафилококке, я хотел бы продемонстрировать схему исследования. Они стандартные, хотя на каждом этапе исследования и на этапе взятия материала и посева на питательные среды показан спектр, на который могут быть высеян
материал, дальше идет изучение биологических свойств и изучение других свойств, о которых мы говорим другими методами. Что касается бактериологической диагностики, то здесь осуществляется посев крови в бульон, ну, в обычный мартеновский бульон, или на среду тороции, создавая полуанаэробные условия, и посев другого материала на кровяное. На второй день осуществляется высев с бульона на кровяное, на гарде в течение 3-4 недель может происходить инкубация первичного посева в термостате, а затем пересев выросших колоний на кровяное гарде, выделение чистой культуры. Вот здесь вы видите кровяной агар на обоих слайдах и видите выделение Streptococcus pyogenes в связи с тем, что он обладает бета-гемолизом, и мы его можем определить на кровяных чашках и отобрать подозрительные колонии. На третий день происходит идентификация. В первую очередь перед идентификацией мы осуществляем микроскопию мазков из колонии и окрашиваем их по грамму. Или если культура чистая, то делаем посев на сахарный бульон, бульон с повышенной концентрацией хлорида натрия, на желчный бульон. Определяем температурные границы изучения, изучаем биохимическую активность на различных углеводах для дифференциации различных видов стрептококков. Определяем серогруппу и серовар по Лэнфиду с помощью специфических агглютинирующих сывороток путем использования как поливалентных или полирецепторных, так и моновалентных или монорецепторных сывороток. Определяем антибиотикограмму, то есть или чувствительность, или резистентность, комплексу различных антибиотиков для того, чтобы правильно и качественно и эффективно осуществлять лечение таких пациентов. Что касается лечения, то я хочу обратить ваше внимание, что нет, кроме иммуноглобулина стрептококкового, специфического лечения и полностью отсутствует профилактика, поскольку вакцин против стрептококковой инфекции не существует, так как они не разработаны. Ну, причины их в арсенале оказания медицинской помощи, как в стадии профилактики, для профилактики развития инфекционных процессов, вызванных стрептококковой этиологией, заключается в том, что достаточно много различных антигенных вариантов, а создание таких вакцин достаточно сложно, а иногда и практически невозможно. Вот и все, что я хотел сказать на сегодняшней лекции. Вам всего доброго. До свидания.